ведущий юбилейного концерта Сергей Лазарев, Юлия Волкова, Илья Голунов и Лора Григорьева. Добрый вечер, Кремль! Привет всем-всем! Добрый вечер! Сегодня здесь, на сцене Государственного Кремлевского дворца, мы празднуем день рождения группы «Непоседы». И не просто день рождения, а самый настоящий взрослый юбилей – 20 лет! Целых 20 лет звезда «Непосед» сверкает на российском эстрадном небосводе, переливаясь всеми оттенками таланта. Вот уже 20 лет талантливые юные артисты дарят своим зрителям самые яркие улыбки, самые задорные песни и самые положительные эмоции. А нам, участникам, выпускникам, этот коллектив подарил возможность реализовать все свои мечты и желания. Правда, Сереж? Да, действительно. «Непоседы» открыли для нас профессию. Именно здесь мы научились петь и танцевать. Да что говорить, для каждого «Непоседы» с «Непосед» начинается родина. Сколько всего светлого и доброго впереди ждет «Непосед». Ведь сегодняшний «Непосед» умеет все и петь, и танцевать, и даже на рояле играть. Музыкант и певец, и очень хороший друг «Непосед», народный артист России Дмитрий Маликов. И на сцену приглашается народная артистка России и Грузии, потрясающая Тамара Гварцетели. Группа «Непоседы» и балет «Возрождение». Сейчас на сцене солистка группы «Тату» Юлия Волкова! Every night, we're all alone. Every night, my only hope is the light that's shining from inside you. 'Cause you believe in what we are, you believe in what we'll be. Give me strength so I can stand beside you. No truth to confirm, no lies to deny, too hopeless to care. We're too scared to cry. For what we believe is behind, maybe we can make it through this. Is it fair to be burned away? Is it fair that we live this way, victimized for a life we didn't ask for? No truth to confirm, no lies to deny, too hopeless to care, we're too scared to cry. You and I, gotta fight. You and I,
Спасибо. Супер, какие девчонки клевые. И как все здорово. На самом деле, я вот сейчас стояла за кулисами, Настя Здорожная, Владик Топалов, Сережа Лазарев. Вот мне не верится, что прошло 20 лет, и сейчас вот мы уже стоим на этой сцене, уже как сольные исполнители. Вы нас, молодые, подрастающее поколение, девчонки, нас поддерживают. Я уверена, что у вас все получится, и что вы станете такими же знаменитыми. В группе «Непоседы» учатся ребята разных национальностей. Русские, евреи, грузины, украинцы, армяне, греки, поляки, кабардинцы, корейцы, немцы, абхазцы, казахи, татары, итальянцы, болгары и многие-многие другие. Вот она, наша большая многонациональная дружная семья под названием «Непоседы».